Привет всем! Тема этого видео – смарт-браслеты, отзывы покупателей. Советы, как лучше подобрать и купить. Умные браслеты недорого. Те, чего из Китая на Алиэкспресс. Смарт-браслет – это наручные часы, которые обладают компьютерными и телефонными функциями. Количество функций зависит от модели, модификации и решения самого производителя. Спрос на умные браслеты постоянно растет. Многие люди мечтают приобрести этот модный прибор. Производители электронных приборов постоянно придумывают все новые и новые технологии и программы. Перед тем, как приобрести смарт-браслет, покупатель хочет узнать его особенности, преимущества и основные функции. А также ему интересно знать, какая фирма выпускает лучший вариант и чем он выделяется на фоне других. И самое главное, мнение других. Читать честные отзывы об этом продукте. Все это можно узнать на Алиэкспрессе, где по самой низкой цене, даже без риска, можно подобрать нужный браслет, смартфон или наушники. Вот как это я делаю. Чего там только не найдете. Переходим ниже по видео по ссылке «Смарт-браслеты» на платформе Алиэкспресс. Тут можно подобрать, выписать из Китая даже самые бюджетные варианты. Отсортируем по заказам, по количеству продаваемости, и вот самый лучший рейтинг. Теперь по нашему выбору мы можем отфильтровать. Например, с левой стороны находится колонка, где мы можем выбрать и потом отсортировать по продажам, какой именно фирмы Smart Bracelet и даже часы продаются больше и популярнее. Также можно отсортировать по назначению, именно для чего она нам нужна. Когда все по-нашему отфильтруем, потом можно отсортировать по продажам. Те, которые показываются наверх, значит самые продаваемые, дешевые, модные, и покупатели доверяют продавцу. Потом можно перейти в магазин, прочитать характеристику, общие данные и прочитать самые честные отзывы покупателей. Вот вам самый простой метод. Кому такой метод нравится, ставим палец вверх. Подписываемся на канал и ниже по ссылкам делаем так же, как я. Спасибо вам за внимание.